Ну а перед заседанием губернатор посетил целый ряд городских социально значимых объектов. Одним из первых в списке значился детский дом «Семья». Глава региона пожелал лично увидеть, в каких условиях здесь проживают воспитанники учреждения. Узнал, как дети проводят досуг и какие перспективы для них открываются по достижению 18-летнего возраста. Побывал Дмитрий Кобылкин в учебных классах и даже в спальных комнатах. Увиденным он остался доволен. Мне очень хотелось бы, чтобы вы не только вот в этом детском доме почувствовали дом, заботу, уют. Ямал всегда был для вас родным домом. Мне очень хочется, чтобы вы успехов достигли на территории Ямала. Даже если кому-то придется уехать учиться в другой город, всегда возвращайтесь, знайте, что мы вас ждем, мы вас всех очень любим. И хотим, чтобы вы удивили нас своими способностями. Я вот посмотрел, походил и думаю, что у вас все для этого.